Именительный это ты, собирающие цветы. А родительный для тебя трелещонканье соловья. И следательный все тебе, счастьем названное в судьбе. То винительный... Нет, постой, я в грамматике непростой. Хочешь новые, подержи, предложу тебе. Встречательный есть падеж, узнавательный есть падеж, полюбительный, обнимательный, целовательный есть падеж. Но они не одни и те ж, расставательный и томительный, ожидательный и мучительный, и ревнительный есть падеж. У меня их 100 000 есть, а в грамматике только 6. Спасибо.